Кайман Фок Кинг PSS 70 метров – профессиональный высоконапорный опрыскиватель. Модель оснащена профессиональной двухпоршневой помпой, обеспечивающей высокую производительность. Максимальное давление, создаваемое опрыскивателем – 30 бар. Расход химикатов – 7,5 литров в минуту. Универсальная модель подходит для работы со всеми группами пестицидов и биопрепаратов. Можно работать с емкостями любого объема, мобильными и стационарными. Опрыскиватель оборудован японским четырехтактным двигателем. В стандартной комплектации поставляется с быстросъемной мини-насадкой, насадкой для прополки DL, распылительным 70-метровым шлангом, всасывающим шлангом с фильтром, а также сливным шлангом длиной 2,5 метра. Профессиональный мобильный высоконапорный опрыскиватель Кайман Фок Кинг PSS используется для борьбы с вредителями и дезинфекции садовых деревьев.